Здравствуйте, друзья пчеловоды! Пчеловоды и не только пчеловоды, думаю, для общего развития это видео будет интересно всем. Вот имеется ловушка с пчелами, которую вчера привез из леса. Привез ее ночью, но этот момент я не стал снимать. Что там, в принципе, ничего особенного. Ловушка с пчелами довольно-таки тяжеленькая, увесистая, значит, там уже пчелки хорошо потрудились, натаскали туда метку, и, видимо, там есть пчелиный расплод. И матка, соответственно. Ну что, пчелы есть тут, хотя и не так уж и много. Сейчас буду открывать рамки, доставать, смотреть, есть ли там расплод, есть ли матка. Переставил рамочки из ловушки в улей, подготовленный заранее. 5 рамочек здесь. И смотрим, значит, бесплатные пчелы. Вот они. Бесплатные пчелы и бесплатный мед. Свежий июльский мед. Пожалуйста, вот. Любители халявы, срочно лайкайте. Также нашел маточку здесь, вот обнаружил ее, поймал. Клеточку сейчас посадил, пойду помечу. Вот здесь вот можно рассмотреть пчелиные яйца, то что матка сеет в ячеечку. Вот эти вот яйца, не знаю, как камера сможет запечатлеть или нет. В каждой ячеечке по центру, вот то есть маточка только-только их насеяла. Вот здесь вот в клеточке для поимки маток находится, собственно говоря, сама пчелиная матка, которую только что я нашел и изъял из вот этой пчелиной ловушки. Сейчас помещу вот в такую специальную коробочку для мечения маток. В принципе, у меня уже был видеоролик по этому поводу, но вот сейчас снова повторю эту нехитрую операцию. Так, давай-ка... Вот так вот я закрыл. И теперь можно пометить. Вот такой карандаш, фломастер. Выдвигаю полностью вверх поршенек. Вот таким образом я прижал маточку, и теперь можно фломастером пометить. Но это на камеру мне будет сложно делать, но постараюсь. Ну вот, в принципе, все готово. Пометил я маточку. Вытирается, смотрите, счищает себя, пытается счистить краску. Так, ну и, собственно говоря, возвращаю маточку обратно в пчелосемью. И теперь пчелки на новом месте, маточка помеченная, все, теперь семья заново начинает жить у меня на пасеке. Вот из этой ловушечки пчелиной, здесь остатки пчел переползают.
практически все уже дома находятся. А дом сейчас у них вот этот новый улей.